КФУ для установления направлений сотрудничества прибыли представители Московского госуниверситета. О перспективах направления сотрудничества Казанского федерального с МГУ говорили много. Изменения коснутся в частности химического факультета кафедры медицинской химии тонкого органического синтеза. Наша кафедра в Московском университете и открытие кафедры медицинской химии в Казанском университете дает нам, наверное, право все-таки предлагать в проекте, который будет подготовлен для министерства, введение медицинской химии. В образовательной деятельности планируется разработка общих образовательных программ для студентов и магистрантов КФУ и МГУ по направлениям медицинская химия. Также планируется обмен студентами, магистрантами и аспирантами при выполнении совместных научных исследований в рамках сотрудничества. При обсуждении не обошли стороной научно-исследовательскую сферу. В скором будущем организуется совместная разработка новых молекул физиологически активных веществ и создание препаратов. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.